Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Рита Нерова, коротко о некоторых событиях. Государственная дума страны приняла законопроект, который упростит признание бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими. В эти дни в Карачаево-Черкесии с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации. В сельхозпредприятиях республики началась весенняя полевая кампания. Яровыми культурами предстоит засеять более 107 тысяч гектаров. И в регионе определены кооперативы, которые получат грант на закладку мини-садов интенсивного типа. Государственная дума страны в первом чтении приняла законопроект рабочей группы по вопросам специальной военной операции, который упростит признание бойцов пропавшими без вести и погибшими. Это поможет защитить права семей военных. Сейчас для подтверждения этого факта по закону иногда надо ждать до 2 лет. Есть также ограничения в выдаче справок, которые могут дать только медицинские организации. В итоге бюрократия может надолго оставить семьи бойцов без выплат и положенных мер соцподдержки. После принятия законопроекта для признания бойца погибшим будет достаточно заявления командира, видевшего его гибель. Если свидетеля этого нет, то человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более 1,5 года. Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Палаты регионов Андреем Яцкиным в эти дни находится в Карачаево-Черкесии. В рамках визита члены делегации встретятся с руководством республики, посетят предприятия сельского хозяйства, объекты жилищно-коммунального хозяйства, медицинские и туристические объекты и Северокавказскую государственную академию. В поездке, в частности, принимают участие председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Светенко, председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, а также представители руководства Минсельхоза, Минздрава, Минэкономразвития, Минстроя и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Андрей Яцкин проведет совещание по вопросу развития агропромышленной инфраструктуры, строительства и ЖКХ в регионе. Ожидается, что в ходе мероприятия будут рассмотрены меры господдержки для сфер садоводства, мелиорации земель, защиты от градобития, туристической сферы, строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры и оказания медицинской помощи. Делегация сенаторов уже посетила предприятие «Хаммер», один из крупнейших селекционно-семеноводческих центров на юге России. Их встретили председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов и премьер-министр республики Мурат Аргунов. Директор семенного завода «Колос» Семен Смакуев рассказал, что производимые у нас семена ничем не уступают зарубежным аналогам. На сегодняшний день предприятие реализует свою продукцию – преимущественно в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, в регионах Поволжья и, естественно, в Карачаево-Черкесии. С учетом ухода с российского рынка зарубежной продукции, спрос на отечественные семена резко возрос, в связи с чем руководство центра планирует расширять производство, чтобы обеспечить все потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей. В ближайшие годы здесь планируют нарастить темпы производства минимум в 1,5 раза. Состоялась встреча министра физической культуры и спорта Республики Рашида Узденова с генеральным директором Федерации велосипедного спорта России Юрием Кучерявым и его заместителем Сергеем Никитенко. Обсуждался вопрос проведения велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» на территории Карачаево-Черкесии, в которой примут участие лучшие велосипедисты России. Всего по предварительным данным в нем примут участие около 170 спортсменов. Мероприятие планируется провести в сентябре текущего года. Кроме того, стороны обсудили вопрос проведения 3 июня Всемирного дня велосипедиста, в котором смогут принять участие все желающие. В прошлом месяце сотрудники Центра управления регионом обработали более 1000 обращений. По словам старшего специалиста по социальным коммуникациям ЦУР Карачаево-Черкесии Альберта Чумаева, обращения поступают ежедневно. Каждая из них берется на контроль, причем эти заявки не только направляются в профильные ведомства, но и контролируются ходы их исполнения. Больше всего вопросов зафиксировано по темам социального обслуживания и защиты населения, благоустройства территории и вопросы относительно ЖКХ. На все вопросы даны ответы компетентными ведомствами.
Среднее время ответа составило меньше часа. От жителей Карачаева-Черкесии, в частности, поступило 217 обращений относительно сферы социального обслуживания и защиты населения. Чаще всего жители интересовались тем, какие выплаты можно получать и как их оформить. Наряду с этим поступило 149 вопросов по теме жилищно-коммунального хозяйства. Многие обращения были связаны с перебоями водоснабжения в населенных пунктах Прикубанского района и с отключениями горячей воды в республиканской столице. Вопросов благоустройства территории касались 143 обращения. Жители интересовались сроками и порядком благоустройства придомовых территорий в Черкесске. Поступали также просьбы благоустроить общественные пространства в республиканском центре, Карачаевске и Малокарачаевском районе. В сельхозпредприятиях республики началась весенняя посевная кампания. Напомним, в этом году аграрии планируют засеять яровыми более 107 тысяч гектаров. В частности, кукуруза на зерно займет почти 62 тысячи гектаров, подсолнечник – 22 тысячи, под сахарную свеклу отведено 5 тысяч гектаров. Кроме того, будут засеяны яровой ячмень, овес и другие культуры. На сегодняшний день к полевым работам приступили в двух районах республики – Адыгейско-Хабаровском и Ногайском. В целом, по данным регионального Минсельхоза, посевные работы в этом году запланированы на площади 125 тысяч гектаров, включая яровой и озимый сев. Напомним, в прошлом году урожай зерна в Карачаево-Черкесии составил около 408 тысяч тонн, произошел рост на 6,7%. Сахарной свеклы было 210 тысяч тонн, подсолнечника около 31,5 тысячи тонн и картофеля 22,5 тысячи. В Минсельхозе Республики по итогам заседания конкурсной комиссии определили кооперативы, которые получат грант на закладку мини-садов интенсивного типа в рамках ведомственной программы развития садоводства в Карачаево-Черкесии. Были поданы 3 заявки от смешанных сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Это «Адиюх-1», «Зеленчук-2023» и «Алмаз». Важным условием для участия в программе является наличие на расчетном счете предприятия в размере не менее 1% собственных средств от стоимости затрат на закладку сада интенсивного типа. В результате все 3 кооператива прошли конкурсный отбор на получение грантовой поддержки на закладку садов интенсивного типа в размере 40 миллионов рублей. На сегодняшний день в рамках ведомственной целевой программы развития садоводства в регионе поддержка оказана 11 сельскохозяйственным, потребительским и перерабатывающим кооперативам, в составе которых 315 личных подворий. За период реализации программы садоводами республики освоено более 138 миллионов рублей. Фермеры республики могут компенсировать 50% затрат на оборудование для маркировки молочной продукции. Такую меру поддержки запустил оператор государственной системы маркировки «Честный знак» Центр развития производственных технологий. Компенсацию смогут получить действующие крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы. Заявку можно подать на официальном сайте честныйзнак.рф с 1 апреля по 15 июля текущего года. Напомним, с 1 декабря этого года начинается обязательная маркировка молочной продукции для фермеров. Карачаево-Черкесия возглавила список регионов по росту цен на загородные дома плюс 73% с колоссальным отрывом. Это по данным цен аналитика. На втором месте загородные дома в Алтайском крае плюс 52%, на третьем Кировская область плюс 44%. В целом по России стоимость загородных домов выросла на 18% и составила около 10 миллионов рублей. Подешевели дома в Москве на 17%, в Калининградской области на 15% и в Севастополе на 11%. С 1 апреля проведена ежегодная индексация социальных пенсий. Повышение составит 3,3%. Она проводится в беззаявительном порядке. Социальный фонд доставит по графику выплату с учетом повышения. Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров будет не меньше прожиточного минимума. Если размер пенсии с учетом других выплат ниже, устанавливается социальная доплата. На участке автомобильной дороги Черкесск-Хабес, подъезд к МЦО-Архыз, проходящим через аул Бавука, завершаются работы по капитальному ремонту. На объекте, в частности, проведены работы по полной замене земляного основания дороги. В настоящее время здесь завершается устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия и трех остановочных комплексов.
после чего на участке будут установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Напомню, что работы по капитальному ремонту данного участка ведутся в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и будут завершены до 1 мая текущего года. Один из сложных участков республиканского центра по улице Сиреневой приведут в порядок. В ходе прямого эфира главы региона жителей Черкесска родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья обратились к Рашиду Тимрезову с просьбой привести в надлежащий вид данную улицу. Глава поручил руководству города решить этот вопрос, а в дальнейшем обследование показало, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» заасфальтировать улицу не представляется возможным, спецтехника просто не развернется на очень узком участке дороги. Тем не менее, выход есть. На личном приеме граждан заместитель мэра Черкесска Артур Розов заверил заявителей, что на их улице будет проведено профилирование дорожного полотна с подсыпкой. Кроме того, власти заасфальтируют участок по улице Набережной от детской площадки до дамбы протяженностью более 350 метров и обустроят тротуар. Все эти меры значительно облегчат перемещение пешеходов. Работы начнутся в мае с тем, чтобы уже в июне этого года оба участка на Сиреневой и Набережной были полностью приведены в порядок. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Прикубанского района, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщила Елена Дармограева, старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью. По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый обратился через посредника к начальнику районного ЗАГСа для фиктивного оформления свидетельства о рождении детей. Передав денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей и получив таким образом фальшивые документы, он подарил их своей знакомой. На основании вышеуказанного подложного документа женщина, обратившись в пенсионный орган, получила государственный сертификат на материнский капитал, планируя впоследствии его обналичить. Также ею необоснованно были получены выплаты, полагающиеся при рождении ребенка, предусмотренные федеральными и республиканскими программами. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Зеленчукский районный суд для рассмотрения по существу. Волонтеры «Единой России» и молодогвардейцы устроили настоящую весеннюю уборку одного из участков улицы Кооперативной. Расчистили от прошлогодней листвы и веток, убрали мусор и побелили деревья. Напомним, что в Черкесске уже начался месяц санитарной очистки и благоустройства территории. Ансамбль национального танца «Намыс» аула Кош-Хабль Хабецкого района занял первое место и стал лауреатом первой степени Международного фестиваля-конкурса «Искусство без границ». Коллектив исполнил два танца «Девичьи» и «Ожерелье адыгских танцев». Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. А в горах местами плюс 5-10 и выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В республиканской столице небольшой дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 15 градусов со знаком плюс. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова.